Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я с вами хочу поговорить о подарках к праздникам для наших самых маленьких, для детей. Каждая мама, да и не только мама, задумывается, что подарить своим малышам, чем бы их удивить, что бы сделать такого особенного. Вы знаете, если ваши малыши, ну уже может быть не совсем малыши, любят Гарри Поттера, а я помню, когда я сама первый раз увидела этот фильм, то у меня был просто шок. Я посмотрела первую серию, я ее пересмотрела еще раз, у меня было такое вдохновение, я удивилась, что детская сказка на меня произведет такое классное впечатление. Конечно же, потом появилась книга, и не одна, и я надеюсь, что вы тоже видели этот фильм, а если не видели, посмотрите обязательно, потому что это просто волшебство. Так вот, если вы любите эту историю про Гарри Поттера и любите героев этого удивительного приключения, то я, конечно, рекомендую вам обратить внимание на игрушку. Это волшебная капсула. Вот так выглядит капсула. Она приходит полностью запечатанная и напоминает киндер-яйцо, то есть сюрприз. Мы не знаем, что внутри вообще, то есть какой герой нам попадется. Это может быть Гарри Поттер, да, или Гермиона, а может быть еще кто-то. И в этой капсуле, помимо самого героя, еще много сюрпризов. Итак, давайте вскрывать капсулу, я вам все покажу, как это выглядит, где что найти, где спрятаны всякие подсказки. И после этого вы уже решите, хотите вы своего малыша побаловать таким подарочком или нет. Итак, приступаем. Вот так выглядит капсула, она запечатанная, здесь есть надписи, что это игровой набор и так далее, и написано 3+. Ну, я думаю, что действительно с 3 лет уже можно смотреть такой фильм, хотя мне кажется, немножко страшноватый. Видите, сбоку мы вот так вот находим специальный такой вот надрез, чтобы вскрыть капсулу. Ах, вот, и легким движением руки мы ее открываем. Ух ты, какая красота! Смотрите, как все проработано. Ой, слушайте, ну прям капсула произведения искусства. На обороте циферка 3, пока не трогаем. Смотрите, у нас есть цифра 1, цифра 2, и мы по очереди будем открывать. Так, открыть. Ух ты, не так-то уж и просто. Все, открыл. Ух ты! Так, здесь у нас подсказка первая. Смотрите. Что-то нужно сделать, нагреть. Давайте попробуем нагреть пальцем. Ничего не происходит. Хм. Так, что нужно сделать? Может быть, это уже и есть подсказка, что это будет красный Гриффиндор. Так, погрею немножечко, попробую еще. Руки у меня холодные. Нет, теплой ладошкой. Слушайте, я как маленькая, мне самой интересно. Так, ну у меня почему-то ничего не произошло. Нарисована лампочка и перечеркнута. Ну, не знаю, с чем это связано. Ладно, понятно уже подсказка, что у нас здесь будет кто-то из команды красных. Открываем вторую подсказку. Так, как же сюда забраться? Ага, так, здесь... То есть герб мы получили, книжечка, смотрите, то есть это прям вот книжка маленькая, и нарисована капелька, значит, мы должны опустить в воду. Угу. Конфринго, это заклинание. Конфринго. Вот так вот мы убираем книжечку. Заклинание мы знаем. Если вы помните, кто из героев произносил это заклинание, то подсказывайте мне. Уже можете писать, если вы догадались, кто же нам достался. Потому что, как я уже говорила, здесь будет полный сюрприз, и мы никогда не знаем заранее, кто же нам попадется. Так, вот как раз инструкция. Но здесь на английском написано, да, уникальные игрушечки. Так. Возможно, нам достанется волшебница. Я, конечно, уже всех не помню поименно. Смотрите, а это карта. То есть вы можете получить одного из 9 персонажей. Когда вы кого-то получите, вы ставите галочку, что у вас этот персонаж уже есть,
и охотитесь за следующим. И, конечно, желательно, чтобы доставались каждый раз разные персонажи. Но если достались одинаковые, то наверняка есть еще такие же фанаты Гарри Поттера, которые с удовольствием с вами будут заниматься обменом. И таким образом можно найти классных друзей. Так, здесь у нас карта. И еще какие-то мешочки. Ух ты, да их даже много. Так, ой, один очень тяжелый. Все, здесь пусто. Вот я достала мешочки. Слушайте, ну капсула очень клевая. Давайте, тут фигурка. Давайте начнем с маленьких. Их так много. И мы сейчас посмотрим, что в этих в капсулках, да, в этих пакетиках спрятано. Смотрите, их можно вот так аккуратненько открывать. Ой, не очень аккуратненько открыла. Так, подсказка. Я даже не помню, что это такое, какие-то заклинания, иероглифы, да, на маленькой такой карточке. Так, следующее, что-то покрупнее, поинтереснее. Ага, вот так мы откроем. Я как... Вау! Так, ну-ка говорите мне, это чей был персонаж? Это чей был друг? У кого-то была сова, да, у кого-то крыса. А-а-а, какая прелесть! Вообще такой аккуратненький человечек. Слушайте, вот качество мне очень нравится. Даже ножки, они вот, вот все пальчики, все-все-все прорисовано. Вау! Слушайте, дети будут в восторге. А у меня как раз едут племянники, и я им сделаю такой подарок. Но мне самой, как маленькой, не терпится все это открыть и посмотреть. Такие пакетики все красивые, слушайте, все в таком волшебном стиле. Так, еще какая-то подсказка. Слушайте, надо прям пересматривать фильм, потому что я уже забыла, что бы это значило. Но если вы уже догадались, то мне пишите, пишите. И здесь, здесь, наверное, волшебная палочка, маленькая такая, миниатюрненькая. Так, как ее извлечь? Смотрите, как все тут, сова, печать, все так классно. Я бы даже вот эти мешочки бы не выкидывала, а если бы я была маленькой, да и не только маленькой, я бы с ними играла. Тоже как открыть, не понимаю. Хочется сохранить мешочки, надо было ножнички взять. Так, ладно, буду аккуратненько вскрывать так по краю. Надеюсь, это поможет. Да, волшебная палочка. Такая малышка, у нее, кстати, кончик гнется, запаха даже вообще нет. Вот бывают игрушки какие-то покупаешь детям, и страшно аж ими пользоваться, потому что они так воняют, а здесь вообще полностью отсутствует запах. Ну что, открываем главного героя в самом большом мешочке. Смотрите, все под ремешками запаяно. И та-дам! Та-дам-та-дам. Ой, как мне интересно. Я не смотрю, не смотрю, не смотрю. Полностью извлекаю. А, это тот самый волшебник. Я так и думала, что это он. Так, что мы можем с ним сделать? Слушайте, как классно. Голова не шевелится. Сразу говорю, фигурка не двигается. Что мы можем сделать? Волшебную палочку, наверное, вот сюда вставить. Слушайте, ну я в таком восторге. Я сама бы, честно говоря, играла в эту игрушку, в эти игрушки. Я обожаю игрушки, обожаю фигурки. У меня, кстати, даже есть моя коллекция игрушек. Так, ну у меня почему-то палочка не держится в руке. О, вот, держится. А вот сюда хотелось бы, наверное, вот эту книгу. Да, тут как раз были все подсказки. Ну, просто я забыла. Я, конечно, я уже много лет назад смотрела этот фильм. То есть вот так поставлю. Для вас положу. Вот они все здесь. Как ваше впечатление? Ну, согласитесь, это прям мега интересно рассматривать вот это все, каждую детальку. Супер. Ну как? Как ваше впечатление? Играли уже в такую игрушку? Рассказывайте. Так, поиграли. Открываем домик и собираем героев в домик, чтобы ничего не потерять, потому что все детальки очень меленькие. Кстати, смотрите, книга просыхает, и, наверное, заклинание пропадет, и потом кто будет смотреть, он не узнает это заклинание,
и ему нужна будет подсказка. Итак, мы получили номер 7. Я, кстати, очень рада, хотя я была бы рада любой игрушке, честно говоря, они мне настолько все нравятся. О, мой любимый волшебник. Да, ну кому что досталось, да? Супер. Если вы уже заказывали такие игрушки, напишите, какая вам досталась, поделитесь. А ссылочку на интернет-магазин я заказывала на Wildberries, я прикреплю прямо под этим видео, посмотрите и закажете ту, которая вам понравится. Спасибо вам за внимание, до новых встреч, пока-пока.